Здравствуйте, с вами магазин базы автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект Xenon'а от компании KXN, Hilux Vision Plus, на цоколь HB4, температура свечения 5000 кельвинов. Поставляется комплект в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим его комплектацию. Здесь у нас находится инструкция со схемами подключения, гарантийный талон и технические характеристики. Две ксеноновые лампы с защитными колпачками, пластиками, для того, чтобы они не повредились при транспортировке. Подключается все на питание 12 вольт с помощью стандартного разъема. И к блоку розжига ведут три разъема, два из которых идут стандарта AMP, есть еще стандарт CAT. Вторая лампа абсолютно идентичная. Ну и также в комплекте два блока розжига. Блоки розжига Slim стандарта, самые маленькие, которые есть на данный момент. Полностью металлические, герметично заклеенные, пыли влагозащищенные. Мощность у них такая же, как и у ламп, 35 Вт. Сейчас одну из ламп мы подключим к блоку розжига. Все это делается очень просто. Подсоединяется разъем в разъем. Разъемы все индивидуальные, перепутать будет очень сложно. Таким образом, у нас лампа полностью готова к подключению питания, что мы сейчас и сделаем. Подключим и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем питание 12 вольт. Лампочка у нас загорается, в течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Яркости, конечно, к ксеноновым лампам не занимать. Поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенонового в автомобиль нужно полностью корректировать фары, дабы выставить правильно светотеневую границу, не слепить тем самым других участников дорожного движения. Заявленная цветовая температура 5000 кельвинов в данном ксеноне. При покупке на комплект обязательно распространяется гарантия на данный ксенон, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.